Доброе утро, мы уже прошли метком. На улице у нас бар. Это не на улице, да. Сидим, прогреваемся. Игорян тут клеит наклейки. А мы готовимся. Мы первую попросились перенести первую тренировочную. Разделили нас по группам, в общем, мы попросились первую группу. Вот, как-то так. Сейчас прогреваемся и попрем. Всем хорошего дня. Так, ну наша тренировочная сессия подошла. Ее успешно завершили вот этой частью привода и вот такой вот частью привода. В общем, пока приводы побеждают, ну или точнее я их побеждаю, но не хотелось бы их больше побеждать. В общем, такая обстановка. Так, ну а рассказываю теперь, как порвался привод. Ехали, значит, заезд с Саньком, с Мезенцевым. Я ехал первым, вот только начали. Я лечу и последнюю перекладку через класс такой, пау, и там никого. Вот это на голове порядок у меня. Это я понимаю. Так, ну мы уже покушали, поменяли привод и в сессию тренировок. У нас тут такая вот красота. Пацаны, все готовы. Просто только посмотрите на эту погоду. Это солнце, это жара. Прям просто кайф. Ветерок обдувает. Там у нас просто вершины гор. Тут у нас происходит дикая вакханалия. Я сейчас... Это просто мечта. Закончили вторую тренировочную сессию чуть раньше, чем нужно. В общем, привода Даня. Это два вот новых. Сейчас одновременно их сложил. И где-то третий у нас вот... В общем, уже 3-0. Раз сегодня с утра. И два вот сейчас просто разом. И вот это сувениры. Сейчас пишите, может... Ах, блин, горячие. Может это, разыграть там их. Кто-нибудь. Можно тут пропилить отверстие, просверлить, повесить веревочку, и кто-нибудь на шею будет носить, как ожерелье. Пишите, в общем, свои варианты. Так, всем добрый вечер. Если вы думали, что мы спим, не тут-то было. Закрылись палатки, и пацаны там вовсю... Мы разобрали. Арсений! Привет вам всем передает. Разобрали, значит, скинули привода. Сейчас будем кастомить. Разобрали привода. Шрусы там отправили на сварку, в токарку. Там просто целый заплет. Спасибо большое команде. Все помогают, все делают. Сейчас ждем их. Будем собирать привода обратно и ставить нам.